Шорты. С чем их носить в холодное время года? Фабиано Филиппи на своем последнем показе предложил свободные шорты с теплыми колготками, водолазкой, рубашкой, короткой шубой из эко-меха. На голову желательно накинуть бейсболку в цвет колгот. Из обуви высокие ботинки Челси. А для тех, кто часто мерзнет, даже при плюсовой температуре, стоит присмотреться к стеганым шортам. Носить такие шорты можно с теми же плотными колготками, стеганой курткой. Если хотите более интересный образ, стоит поискать стеганую куртку с вязаными вставками. Для офиса можно взять длинные шорты до колен, как у Dior. Такие шорты прекрасно сочетаются с пиджаком в мужском стиле, рубашкой. Сверху можно накинуть стеганую куртку. Если у вас работа без жесткого дресс-кода, возьмите шорты, замените на велосипедки. Некоторые считают, что велосипедки уже вышли из моды, но дизайнеры нет-нет да предлагают их в своих показах. Чтобы придать образу больше расслабленности, поверх пиджака желательно надеть стеганую жилетку. Шорты из плотной ткани отлично сочетаются с вязаными кардиганами, жилетками, балаклавой и парками. Шорты от Max Mara были представлены очень короткие, в таких не походишь в холодное время года. Однако, если очень хочется, то сверху всегда можно накинуть длинную шубу или теплое пальто. Колготки в сетку. Тренд не новый, и он не такой практичный для холодного времени года, поэтому, если у вас есть высокие сапоги, сапоги-трубы, ботфорты, теплое пальто или шуба, то смело носите эти колготки в холода. Но если вы из тех самых мерзлячек, то лучше выбрать теплые плотные колготки. Для повседневных аутфитов возьмите черную водолазку, бомбер, трикотажные шорты и высокие гетры. А вот самые теплые шорты представлены у Fendi. Короткая дубленка и шорты из того же материала смотрятся весьма необычно. Фредерик Андерсон предложил свое видение на вязаную моду. В одном из своих показов были представлены короткие вязаные шорты с удлиненным кардиганом. Забегая немного вперед, хотелось бы отметить коллекцию Шанель весна 23 года. Данная коллекция несколько отличается от зимней. На показе были представлены яркие кожаные шорты в тандеме с коротким жакетом. Конечно же, не обошлось без твида. Было очень много моделей шорт плюс жакеты в цвет. Для разнообразия осенью можно носить шорты из денима с высокими гетрами и резиновыми сапогами. Каролина Эррера представила более женственные ансамбли. Она предлагает твидовые шорты плюс жакет по силуэту с бантами плюс ботфорты на устойчивом каблуке. Miu Miu отличился тем, что предлагает именно короткие, ультракороткие юбки. Но кроме этих самых коротких юбок, на показах можно встретить и шорты. Носим такие модели с пальто оверсайз, джемпером и высокими вязаными носками. Кермес выбрал коричневую палитру, обтягивающие шорты, водолазка плюс гетры и сапоги. Все в одном цвете. Некоторые модели шорт были представлены из кожи. Завершающий штрих в образе – кожаный плащ. Как вы относитесь к шортам в холодное время года? Часто используете в своих аутфитах, иногда надеваете, разбавив повседневные луки, либо не используете совсем.